Вам предложена техника не одну ситуацию раскопать, а перетрясти свою жизнь через перепросмотр. Вообще аналог вот этой вот практики по прощению, есть еще один эффективный аналог, офигенно эффективный аналог, который мы вот здесь прокатать не сможем. Я вам просто о нем упомяну, не планировала говорить, но ладно, я уже планировала, что мы практику сейчас будем делать. Вопрос, то, что я вам даю, это с минимальными затратами финансовыми, но с максимальными затратами вашими, да, силовыми. Вы накачиваете силу, и я посмотрю, вот если вы через месяц сделаете все, что вам дано сделать, какие у вас результаты пропрут и по бизнесу, и по отношениям, и по всему. То есть в очень короткий промежуток времени выстрелить нормально. У вас есть эта возможность, но это сделаете вы, это сделаю не я. Да? Я вам всего лишь предоставляю выжимку из того, что лучше. Есть еще вариант, который заменяет вот это радикальное прощение. Очень эффективно. Мы его проделывали этим летом. Когда вы выезжаете в лес, на природу, это практика из кастанедовских, из толтекских, выезжаете в лес, на природу, днем собираете дрова, находите место в лесу глухое, где никого нету, и вам пофиг, ходят ли звери, да? Обкладываете себя дровами, разжигаете огонь, когда начинает темнеть, и до рассвета вы не спите. Ваша задача вспомнить все ситуации, которые у вас были, пересмотреть их и извлечь из них осознание. К утру вы приходите отформатированными так, потому что в это время эмоциональная составляющая шкалит, в это время у вас вспоминается все, что вспоминается в экстремальных ситуациях, вы находитесь в экстремальной ситуации, все, что ненужное, у вас всплывает. Вот вам надо ровненько, быстренько все, что булькает, повыкидывать. Вот это практика на это перепросмотр по кастанеде. Шикарная практика, вы за ночь сделаете работу годовалую или двухгодовалую, но в экстриме. А вы пробовали?